один охотник купил себе охотничью собачку, девочка, ей 2 месяца. Как потом оказалось, у нее там с передними лапами небольшой дефект. Ну, для охоты дефект. То бишь гончие собаки, они встают на кончик лап, а это полностью на лапки встает, на передней. И за счет этого, то, что она полностью встает на передние лапы, она, то есть, не будет так носиться, бегать по лесу. Короче, этот горе-охотник, этот недочеловек, собирается этой собачкой заниматься. Он сказал, что он ее просто заберет, вывезет в лес и, простите меня, пристрелит. Тем более уже оказывается, как оказывается, мне сказали, что уже такой случай был. Вот, и поэтому, ну, собачку очень жалко. Так она здоровая, все, как бы все хорошо. Запрещено собираться в порядке, если запрещено, то запрещено собираться в порядке.